Здравствуйте! В прямом эфире экстренный выпуск нашей программы. Как только что стало известно, сегодня был принят закон о полном запрещении рекламы товаров, продуктов и услуг во всех средствах массовой информации по всей территории страны. В первую очередь речь идет о полной ликвидации рекламы на телевидении и радиовещании, а также о полном упразднении рекламных перетяжек, щитов и прочих рекламоносителей. Музыка предназначена для заполнения пауз между рекламными роликами. Мир создан для рекламы. Музыка предназначена для заполнения пауз между рекламными роликами. До звукового сигнала прошло 37 секунд. Все это время могло быть использовано для размещения рекламы вашей фирмы. Однако эфирное время бесплатно досталось группе «Ногусвело». Звукового сигнала прошло 60 секунд. За это время могло бы прозвучать 2 15-секундных и 3 10-секундных рекламных ролика с информацией о ваших товарах, ценах и услугах. Но, к сожалению, эфирное время бесплатно досталось группе «Ногу свело».